шокирующее за одну пресс-конференцию. Это много будет. Значит, я крайне удивлен тому, что я прочел. То есть я никогда не полагал, что в Молдове возможно, что приличные внешние люди с хорошими публичными политическим статусом могут участвовать в том, чтобы писать от своего имени лично поклёп на человека. Вы боитесь называть фамилии? Я просто думаю, что это правильно будет сделать в рамках судебного процесса, когда судья вынуждена будет озвучивать это все. А человек, он же заявитель должен быть и свидетелем. А свидетель или заявитель должен будет в присутствии прессы объяснить, почему он это написал. Чем